Добрый день, Цораем Тувим. Сегодня вы послушаете, и мы разберем небольшой текст, который называется «Мини лекека цинор им схуг». В переводе «Мини облизала трубку с аджикой». Давайте пока так переведем. В этом тексте речь идет о нашей козочке Мини. Вы видите ее на экране. Текст озвучивает Татьяна. Прочитаем текст. Каядуа они миоту эвит лей хольцы нород шель мазган. А вальтаня ло аавайдзе. Веаз и марха схук аль цинор. Веаз они ликакцы эт коля схук. Эй зе таим, ма зе таим, кама таим. Хавальше и марха ракше хваях дака. Энгос от пам это цинор, шитани тимрах схук от веод. А теперь разберем. Каядуа, ядуа это известно. Каядуа, как известно. Аниме от огевит лейхоль, я очень люблю кушать, или мне очень нравится кушать, есть. Цинурот шель мазган. Трубки кондиционера. Цинур – слово мужского рода, но во множественном числе цинурот – трубки. Исключение. Не цинурим, а цинурот. И здесь можно было сказать в смехуте, в сопряжении цинурот мазган. Но в обычной речи проще звучит цинурот шель мазган. Аваль Таня ло агава эдзе. Но Таня не любила это. А по смыслу мы переведем, как Тане не нравилось это. Но Тане не нравилось это. Веаз ги марха. И тогда она намазала или смазала. Схуг. Это название специи йеменского происхождения, и эта специя, давайте мы переведем схук как аджика, то есть что-то очень напоминающее аджику по консистенции, острая приправа, острая специя. И в Израиле может быть написано так, как в данном тексте, схуг, а может быть написано с буквой зайн, и может быть написано скуф в конце, схуг. Так тоже может быть написано. Более популярный вариант самых и гимель в конце. Схуг. Аля цинор. То есть она намазала вот эту аджику на трубку. И то, что не касается иврита, наносит наша козочка ущерб своими действиями. Ущерб в том числе материальный. Тем, что она перегрызает трубки кондиционера и оттуда газ выходит, то есть не очень хорошая вещь, чтобы она этого не делала, мы решили попробовать и смазать трубки аджикой, с хугом, очень острым перцем. «Веаз они ликакти эт коля с хуг». И вот рассказывает наша козочка, и тогда я слезала, облизала, ликакти. В настоящем времени мелакек в форме мужского рода, неопределенная форма лелакек. Ликакти, я облизала, я слезала, этколя схук, весь этот схук, всю эту аджику. Оказалось, что нашей козе вот такие вот острые вещи очень нравятся. И она говорит, эйзетаим, дословно, какой вкусный. А по смыслу мы переведем как вкусно. Мазы таим, до чего вкусно. Примерно так мы переведем. Кама таим. Это больше характерно для языка высокого стиля. Кама таим, насколько вкусно. Сколько вкусно, дословно. По смыслу мы переведем как вкусно. И все вот эти варианты. Эйзе таим, мазы таим, кама таим. Это все одно и то же. По смыслу, что можно перевести как вкусно. До чего же вкусно? Хаваль ши марха рак шихва дака. Жалко, шеги, что она смазала только
слой тонкий, только с тонким слоем. Энгос от паам, я откушу. Но гэс, настоящее время в форме мужского рода, но гэс откусывает. Лингос откусить. Энгос, я откушу. От паам, еще раз, это цинор. Трубку, эту трубку. Я откушу еще раз эту трубку. Шитаня тимрах, чтобы Таня, или мы можем перевести как пусть Таня, тимрах смажет. И обратите внимание, здесь у нас пропадает вав в основе для будущего времени. Неопределенная форма лимроах, а основа для будущего времени мрах. Если вам непонятно, почему это происходит, я рекомендую послушать видео номер 951, где я об этом рассказываю. Шитаня тимрах схук от в от. Чтобы Таня намазала схук, аджику еще и еще. Я надеюсь, что это было несложно и интересно. И полезно. Спасибо за внимание. С вами были Козочка Мини, а также Таня и Марк. Литраут. До свидания.